наш, как создать хорошее и доброе. Поэтому я, Сергей Вячеславович, поздравляю вас с наступающим Рождеством и Новым годом. Мне было с вами приятно работать, я буду с вами продолжать дальше работать, Сергей Вячеславович. Вот. Поэтому спасибо вам, ребята, за маму, учителя, воспитатели, огромное вам спасибо. Вы нас прям так поддерживаете. Спасибо! Спасибо!